Парімач та чорноморець заряджені перемагати на Ютуб-каналі футбольного клубу Чорноморець. Проект Чо, де коли вітаю вас! А я Віталій Хемій. Ми е, періодично будемо зустрічатися, обговорювати новини стосовно нашого футбольного клубу. Перший випуск радий вітати е, в гостях. Буду часто е, вітати, часто буду радий бачити. Денис Тикановський голова прес служби футбольного клубу Чорноморець. Доброго дня Денисе. вітаю вас. Віталій а Віталій. що зібралися? Ми саме чо. Ось бачите, що деколи що? Що? так, що, що, що зібралися в студії. Перший наш ефір присвячений проміжним підсумкам турніру. Winter Cup. наша команда відіграла вже дві гри. На жаль, наскільки я розумію, згідно з регламенту, доля чорноморця в цьому турнірі зрозуміла, але матчі були цікаві. Я пропоную Денису обговорити матчі із Полісім і з металістом. Все-таки Черноморец их не проиграл, но чего самое на твою думку, не выстояло, чтобы наша команда мала на 2 очки после матчев а 6 Слушайте, ну это хорошая история. Не, програл, не проиграл, но не выиграл. Э, да, 2 очка в место это очень обидно для одесских болельщиков. Это сейчас чувствуется по нашим комментариям. Все Сейчас переживают очень сильно судьбу команды, но совершенно забывают о том, что команды-то как таковой еще нет. Есть набор игроков, которые становятся с каждым матчем, становятся все ближе и ближе к этому прекрасному понятию коллектив на футбольном поле. Я очень доволен тем, что происходит в команде тем, что происходит на поле. Мне с каждым разом игра черноморцев все больше и больше нравится. Она более, что ли, мастеровитая, более сбалансированная, и в некоторых местах прям впечатляет тот уровень, которого достигли некоторые из игроков, надеюсь, при участии, не надеюсь, а уверен, при участии тренерского штаба, нового тренерского штаба, который, я напомню, на данный момент работает с командой ну, чуть больше 40 дней. Я похожусь Багато в чому з Денисом. Ми по перших матчах бачили гравців деяких на позиціях, на яких ми не звикли їх бачити. Давайте про це з нашу аудиторію будемо обговорити із Денисом. окремо. Максим Брагаро і Цитейшвілі Швілі ці дві гри провели більшу частину на позиції крайніх захисників. Тільки но його перейшов на позицію атакувального гравця. Вдруг получили гол-красс. Появился результат. Но еще был гол в матче с Приштиной с той же позиции. Можно говорить о том, что Роман Григорчук таким образом, мне кажется, ищет почерк команды. И очень хорошо, что, скорее всего, речь идет не о том, что мы закрываем какие-то проблемные позиции талантливыми игроками. А безусловно, и Максим Брагару, и Гио Цитейшвили — это ярчайшие молодые таланты украинские. Гио чуть постарше, Максим чуть помоложе, но в любом случае это будущие звезды. Если все пойдет так, как они сейчас работают, так, как они сейчас в общем, занимаются и играют, то все будет хорошо у этих ребят. И благодаря тому, что они талантливы, они могут раскрыться на любом участке поля, они могут быть и в нападении, и в защите. Это хочет, видимо, сам себе, во-первых, ну и всем доказать Роман Григорчук. Он верит в этих футболистов, и это очень здорово, что вот эти игроки, меняя амплуа, не особо теряют в качестве игры. И, безусловно, очень тяжело Максиму, это видно, он для позиции правого защитника, на которой он чаще всего сейчас, ну, в двух последних матчах, вот, о которых мы говорим, появлялся, для него это тяжело, потому что там играют скорее там, рослые, более мощные э, физические игроки соперников, и Максиму там просто неуютно немного. Хотя вот его техника позволяет ему, и скорость, да, позволяет ему навязывать борьбу. Да, иногда он эту борьбу проигрывает, да, иногда Гио забывает о том, что он защитник и включает в себе э, гения техники и пытается обыграть один в один там, сразу группу игроков. Но это эпизоды, которые, конечно же, на карандаше у тренеров и, конечно же, по результатам этих игр разбираются. И, э, я не знаю, там тренер должен донести до игрока его ошибки. И я думаю, что это у него успешно э, получается. Подсумовывая две игры, тоже отзначим у «Ди» Руди позже Ковансыша и Борислава Цонева. Но, в разных он... матчах, к сожалению, это произошло в разных матчах. В первом блистал Цонев, в первом матче против Металлиста. Ну, понятное дело, что его два гола не остались, два гола не остались без внимания. А во втором, конечно, Руди, да. Но, в общем-то, а развивается. А, я все-таки Цонева отзначил и в другом матче, не только потому, что он там назабыв не несколько моментов. Его действия без мяча І він завжди його е, чекає, він завжди його шукає, не чекає навіть, а він шукає позицію, не стоїть на місці. Е, його рух відзначаю, по-перше, так, десь йому не пощастило, десь там не забив. Але все ж таки, мобільний півзахисник, е, який може зіграти дійсно і в центрі, і під. Навіть не нападником, а перед вратарем вже. Mm -hmm. І праворуч, і ліворуч, це все ж таки плюс. А, Бруді вам дійсно більш там, якісно провів другу гру. А, Если, ну дай боже, будут все здоровы, и Руди, и Борислав, они могут, истотно, допомогти команде в УПЛ. НПЛ. Да, если мы говорим только про эти два матча, то поддержу твой разговор по поводу того, как в них проявили себя легионеры. Но я бы хотел встречный формат тебе предложить, учитывая, что все-таки нас ждет какая-то итоговая встреча по результатам двух сборов, мы можем уже сейчас начинать анализировать те приобретения, которые... В этом межсезоне э, сделал Черноморец получил э, игроков, о которых мы можем уже хотя бы какие-то выводы э, сделать. И давай я предлагаю, смотри, по хронологии, как появлялись игроки в команде, и давай, может быть, я тебе буду задавать вопрос, или там вместе, вместе можем в диалоге выносить какое-то резюме. Итак, первым появился из новых игроков, которые э, при Романе Иосифовиче уже были подписаны, это был Женя Паст, который подписался, по сути, в один день с э, тренером. Ну, или там плюс-минус один день. Евгений Пас, по которому сейчас очень много споров: тянет или не тянет, болельщическим языком буду говорить, он уровень команды Григорчука в итоге. Мы побачили Евгена Паста в двох сериях пенальти, він, як голкіпер, програв, відверто кажучи. Ну, ми бачимо результат. Але... А чи покладав, ти на цей, на цей виграш надії? Так ось я думку закінчу, що так, він програв в серії пенальті. У мене була надія, що Женя там допоможе, але не варто забувати, що якби на його дії, ну можливо, цих серій пенальті не було. В деяких епізодах матчів і з металістом, і з Поліссям. Ну Євген діяв майстерно. Десь, можливо, не вистачало впевненості взаємодії з захисниками, тому що Євген Паст в Одесі грав ще. З Фонтанела, з Бергером, Кутасом. Зараз це вже інші люди. Зараз він е, грає з Брагару, грає з Мартіновичем, буде грати е, з Берквістом. Є десь е, непорозуміння. Але в грі, там, е, як то кажуть, там, на, на стрічці е, в воротарському майданчику. Євген діє більш-менш добре. Я впевнений, хоч побажати йому також, а вболівальником терпіння, щоб все ж таки дочекалося яскравих сейвів від Євгена Паста. Моя така думка. Я не те, щоб покладаю повністю відповідальність за ці поразки саме на невпевнені дії Євгена в серії пенальті, але в час там 90 хвилин, протягом 90 хвилин, він був ну. Все-таки больше до оценки добрые, не задавленные. Потом, после Евгения, было подписание Дугласа Беркеста, про которого пока, наверное, говорить не приходится, потому что мы в таких серьезных противостояниях... Разве что в перший матч проти мы э, ми его не видели. Ну, дійсно, наш колега Михайло Співаковський добре відгукувався про Шведа. Я запитував Михайла, Михайло, як ти визначив рівень Шведа, який, на жаль, дуже мало часу провів навіть в товариських матчах. Ну, Михайлу вистачило там, години, щоб побачити Берквіста. Ну, дійсно, гравець високого рівня, у нього непогані показники і стартові показники для, для захисника. І Не дуже шкода, что мы не видим его в этих матчах. Дуже шкода. Ну, восстановление несколько затягивается. Он должен был, по идее, уже вернуться в состав еще на матче с металлистом. Но видите, еще два матча пропустил. Дальше. Хорошо. Наш Дуглас обязательно вернется. И учитывая, что он был капитаном в своей команде, он прошел школу английского футбола, это очень такой боевитый и совершенно толерантный к серьезной борьбе, то есть он очень спокойно воспринимает и травмы и так далее. Мы видим его кровавленные фотографии и в прошлых клубах, и в этом он уже в нашем в клубе в Черноморец, он уже э, рябудь, умудрился уже разбить голову на, первом же, на первой же тренировке. Далее был подписан Руди Пожик Ванцаш словенский легионер, полузащитник. Что скажешь про него? Буквально пару слов. Впевнено, занимает миссия на левом фланге певзахиста, левом фланге атаки. Людина, яка может сместиться, может загустрить. Хочеться вірити, повторю думку, що Руді в команді всерйоз, надовго побачимо його вже. Ну я вже чекаю. Матч з Маріуполем, щоб побачити Руді і Борислава Соніва їх взаємодію взаємодію цих півзахисників, атакуючих в офіційному матчі, де вже 90 хвилин ніяких там серій пенальті да і, звісно, тут надатміти, що все таки. Словенцы этот лучший матч с Польсием, он был прям очень хороший и удар по воротам был в первом тайме в створ один из э, немногочисленных ударов именно в створ, очень хороший и, там, вратарь потащил Житоберский, но Руди голевая передача. передача, да, на Гео Цитейшвили показывает о том, что он хорошо очень видит и уже чувствует партнеров, кто на что э, способен. Третьим, э, под, вернее уже в четвертом, да, подписан был э, Илья Мартинович. Наскільки я пам'ятаю, він зараз в центрі захисту грає у Григорчука і, общем, виконує доволі много роботи. Так, він по першим товариським матчам, якщо ми не беремо турнір Winter Cup, я пам'ятаю, Ілія себе яскраво проявив як захисник, що розпочинає атаки. Кілька чудових таких передач на метрів 50-45 у стилі Леонардо Банучі, тому що сучасників, саме він ну, робить такі передачі. Був колись там Рональд Куман, але. Не будемо там згадувати, там це вже 90-ті такі були. А є а, кілька питань саме до дії Ілі саме в захисті. Також, по першим матчем, а, були передачі в ноги суперникам а, в штрафному майданчику. Такі ризиковані дії, але це все легко можна пояснити. Повністю новий колектив. А, ти бачиш цих людей. Вперше, можливо, в друге, втретє, потрібно зігратися. І плюс контрольних товариських тренувальних матчів також таких турнірів, в якому бере участь Чорноморець, Що футболісти вони десь можуть зігратися. Помилки вони ну так за них ніхто не похвалить, але не буде такої там не, не повинно бути такої критики, яка іноді є від наших шановних болівальників. Ну і вчора людина навчилася бити пенальті. Yeah. Як на мене, ну потрібно вчитися на помилках чужих, але по ладно в цих не матчах, yeah. в Ведь матчах yeah. можна допускати свої. Да, yeah, it... я, я вірю вілі. Скандальний епізод да о ньому можна буде говорити ще довго. Я думаю, що ми ще побачимо і небезпечні моменти, які буде створювати Ілія Мартінович. На користь Чорноморця і будуть гули, тому що, наприклад, в матчі з Поліссям Ілія Мартінович опинився на позиції центр Форварда, десь йому не пощастило, але він все ж таки опинився на цій позиції. І це плюс захисника, що він там не забіг там офсайд, чи взагалі там не побіг там в зворотньому напрямку. Я дійсно серйозно говорю, що захисник, що вміє підключатися до атаки. Да, Слідуючим в Чорноморець приїхав приїхав лос лосанджелеський ігрок. <laughs> Хорхе Эрнандес. Он приехал, мексиканец, молодой, энергичный. И пока что, конечно, в команде Григорчука можно сказать, что он каши не портит, но и особо не делает погоды. як да? Згідно з тих тактичних побудов, які використовує Роман Гаркачук, ми вже можемо ну, на відсотків 90 стверджувати, що команда буде грати за схемою 4-5-1. Ну, можуть бути варіації 4-3-3, але є три центральних півзахисники. Трі центральних півзахисників: одне з цих міст це Нацонів, а друге місце відтягнутого півзахисника, там Сергій Кравченко, чи може там Бекович Брази, там, чи може Іван Бобко. Ще одна позиція: там яскраво може себе проявити Орест Кузик. А, в цій там трійці півзахисників а, Хорхе Рендес четвертий. Лене шосте, не сьомий. Мені здається саме так. На позиці... на позиції крайніх півзахисників а, там, нападаючих. Я поки що я не бачу. старается, ну, э, намагается там точно пробовать и пенальти. Ну, как, как, говорят обычно, там, это ближайший резерв. То есть это вот человек, который первый на замену может выходить. В, Он очень раз... молодый. А, Роман Арсович подписал гравцов досвеченных, uh -huh. там, 27-28, там, под 30 лет, потому что нужно решать задачи прямо тут. А, І uh, Хорхе Рінандес, він uh, разом з другим болгарним, uh, ми обов'язково про, ну, про нього поговоримо. Він скоро буде нас. <гум>, та, вже, так, по хронології. Uh, він uh, один з двох таких uh, зелених, як то кажуть. Так, далее появился Брислав Цонев, про него уже несколько слов ты сказал. Да, да. не будем его прихваливать, пока что. Один из лучших да. игроков, который был в матче черноморец металлист и там он себя проявил максимально. В тренировочных матчах и... также он забывал, до речи. Да, и до этого он забивал, и он довольно энергичный человек, который энергичный футболист, который откликается на передачи, ищет позицию. Он, конечно, наверное яркое приобретение, тем более, что это сборник болгарский и человек, который уже на нашем стадионе поиграл. После этого, я напомню, мы пропустили немножко Сухоцкого, который там тоже между легионерами да, был подписан. И его вчерашняя, конечно, игра не доставила удовольствия особого. Он действительно отдал несколько хороших передач, но при этом гол, который забили как раз в наши ворота на, на последних минутах, это... В тому числі і результат його ошибки боротьбі за м'яч був ще Юсифа. Ось Юсев для мене цікавий персонаж. Я відверто не стежив за ним, відверто кажу. Болів... Немали... А ось досвідчений, досвідчений, досвідчений футболіст, якого немали. Роман Грегорчук знає, так. за яким він стежив. І Юсиф, по перших матчах, як там тренувальних, так і більш відповідальних на Вінтеркап, себе проявляє ну відверто з сторони такої. Кілька плюсов ставлю, на 1, на 2, на 3, чтобы а, а, пошкоджень ушкоджень поменьше, и і, і травм також, и а, я, в, в моем в разумении, а Юсов – это такий гравец основы. Ну, безусловное приобретение, да, это точно плюс-плюс, если мы на некоторых футболистах можем поставить плюс-минус, там, или там, два плюса, один минус, то Юсов – это, безусловно, плюс, и я думаю, что ему на восстановление понадобится какое-то время, там небольшое, и мы уже в ближайших матчах его увидим. Дальше, из тех, кого мы можем еще обсудить, из тех, кто играет в основе да, нашей, нашей команды, давай вспомним. Назари Русин. Назари Русин, да, он, к сожалению, получил травму в матче с металлистом, но там был тяжелый действительно, матч, и физические игроки, некоторые получили ну, небольшие повреждения, кто-то более серьезные, кто-то вот как Андрей, например, Юсов, да, и Путро. Дмитрий, и, да, и у него, кстати, надрыв, да, надрыв, приводящий там, мышцы, это довольно серьезная травма, я надеюсь, что очень быстро восстановится, но вот по Назарию меньше вопросов, надеюсь, что он вот-вот вернется в состав. Назарий Русин чистый нападающий, Як центральний нападаючий класічний чергова спроба перезавантажити кар'єру. Він все, все ще за українськими мірками молодий форвард. Mm -hmm. Ну в Європі так не рахується. Але в українському футболі, якщо тандем чорноморця і рюци буде вдали, я не здивуюсь. Якщо ми навіть побачимо в заявці збірної України, ми вважаємо бажаємо успіхів і збірні і Назарію в складі Чорноморця. Не все в нього виходило, і в Дніпрі, і в Польщі. Були шанси у нього в Динамо. Я пам'ятаю, як його кинули в стадіон Stamford Bridge матч з Челсі, і там вся команда зіграла ну, не кращим чином Київська. Ну, і Назарі Русин не міг нічого там зробити, на жаль. Але є у нього і техніка, є у нього розуміння гри центральним Фордом Фордом, який розуміє філософію Романа Григорчука. Філософія Романа Грикачука Форва це не просто там стоїть, там, чекає там, на вісів, чекає прострілів. Це людина, яка активно бере участь у всіх е командних діях. Ми Ну, я скажу, приклад Алексея Антонова. С. Форвард Романа Крагурчука. Это человек, который ставит точку в фразе, которая написана всей командой. Ну, вот такая вот примерная так. философия тренера. И, и она действительно имеет место. То есть у него у, единственное, что можно сказать про Романа Йосича что э, зачастую вот в эту философию не все э, нападающие... Позащита. К сожалению, у нас очень много было примеров, которых, лю людей, которые вроде бы как неплохо смотрелись в других клубах, еще в прошлую каденцию Романа Григорчука в нашем клубе, и которые смотрелись великолепно, но попадали в Черноморец и не попадали в, либо в состав, либо в ворота, и что-то у них шло не так. И таких примеров очень много. Там Фомин, Ша, Шинд, Шиндер был, наверное, нападающий, такие яскравые. Да, и а, Аржанов, я не знаю, я не, не думаю, что а, это какой-то такой... Ну, Максим Шадских Максим Шацких Ша тоже... Да. Да, умудрился считаю, поиграть. Спасибо. Но все это было как-то, вот, знаете, нападающий, который мимо, мимо клуба, мимо команды, и при этом вроде бы как со всеми установленными настройками. был приобретён также в этот час еще один форвард, крайний пивзахисник, играет с молодежки Мартин Пятко, такой Крымец на чёловьяга, ловин такие, еще 19-ти летний, вин, намагається... выглядящий, молодой и очень перспективный нападающий и который, кстати, ну давай я быстренько про него свои ощущения скажу, что выйдя в составе, причем стартом составе против Полисе, он каши не портил и старался, и делал Всі необхідні, як мені здається, для нападаючого команди Григорчука весь об'єм роботи, який нужен. Ну, це мені здається така грамотна гра форварда, коли є там попереду, ми бачимо і Цоніва, і Іванса і навіть Мартиновича, Це не там як якесь дорікання саме п'ятково. Це значить, що він займає саме ту позицію, яка під час атаки на яку він і має займати, щоб колеги там висунулися вперед і якось погрожували воротам. пространство. Туда получилось отыграть это в этом пространстве другим игрокам команды, и это действительно заслуга нападающего, который может на себя отвлечь одного-двух лучше всего игроков соперника. И у Петкова это хорошо получается, как ты сказал, досвеченный, потому что э, это интересно, это для его век, это очень полезная человек для команды, и есть опыт, опыт. Это... Я... это чувствуется. Так, я кривец линии атаки, ну, он помог Ми принаймні там допоміг, щоб статистика нам на 35 п'ятій хвилині матчу з Полісім демонструвала вражаючі цифри 9-0 за ударами. Ну це зрозуміло, як Пєтков, як гравець системи атаки, він дійсно е е відіграв добре. Але е е теж чекаємо від нього, як і від його товаришів по команді. В, в, в вдалих дій в офіційних матчах ми ще не згадали. Повернення чергове повернение в Черноморец Ивана Бавка. Угу. Это символ успехи Черноморца Григорчука в первой каденции. Ну, как он, он прогрессировал, как он стал гравцем основы команды участника Лиги Европы. Вот с этой точки зрения, да, наверное, это вот символ того, как воспитан был футболист руками мастера-тренера. Но, естественно, там ковали победу еще множество Чем? хороших ребят, которых тогда мы, к сожалению, не смогли удержать в клубе в 2014 году. Ну и Иван, конечно, сейчас вызывает очень противоречивые чувства. Это и немного ностальгии по тому Ивану Бабко который забивал издалека металлисту два гола в одном два мяча в одной игре и левой своей прекрасной. И с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что он иногда все-таки. Его уровень подготовки или там, опыта последних лет не соответствует уровню, мне кажется, украинской премьер-лиги. Но задача тренера выровнять эти два момента, чтобы игрок снова вспомнил, каким образом взаимодействовать со своими партнерами. В В середині в опорній зоні О, так, на жаль, Іван, це людина-магніт щодо травм. Дуже часто травмувався, були важкі травми, і не будемо забувати, що він перейшов до Одеського клубу з турніру. Ну, з першої ліги, все ж таки, з першої ліги до прем'єр-ліги. Тут да, із перспективного клубу, ну но і спіну із второї ліги, второї терепірої так. А, десь то... да, при всій повазі до команди грав Іван Бобко, але сьогодні сьогодні. Это премьер лига, это другие задачи. Кто у нас был наступный Денис. Я пригадую. Ну, Вандерсон, конечно, Ван Вандерсон, Вандерсон. одна из последних, ну, не последних по, вообще по этим сборам, но вот, на данный момент последних приобретений. Вандерсон, бразилец, который вообще покупался как опорник. Но игры он сейчас, да, в играх он выступает в качестве центрального защитника. универсальный бразильский боец. Так, мы можем там что-то пригадать, там позиции, возможно, по там позиционные, возможно, помолки по матчам а с металлистами и полисом. ни, ни в каком разе не дарекать за автогол. вообще с кем там может это быть. Вот это был хороший удар, который, знаете, даром не, проходит. Да, просто прилетел в ворота. Но предбалыванндер Мела сам на позицию центрального пивзакисноках хотелось бы побачить его дії в центре поля uh -huh. можливо, там в трикутнику цьому с соневым с Кузиком, кузыком где-то попереду с сергеем кравченко это вот как раз к вопросу с которого мы начали по поводу несвойственных позиций григор чук дает возможность и себе и общественности увидеть футбольный да, тем экспертам, которые смотрят за нашими матчами, он дает возможность показать, что, вернее, убедиться в том, что талантливый игрок должен быть талантливым на любой позиции, и, возможно, именно там его призвание, а не совсем на той позиции, на которой он привык играть. Ну, это принцип Гвардиолы, да, понятное дело, уже многие об этом вспоминали, на примере Зинченко, хотя, если бы это был не Зинченко и не воспитанник украинского футбола, возможно, мы бы и не заметили. Мы, там, болельщики, которые в первую очередь смотрят УПЛ, да, не заметили бы этого примера, но мы видели пример, когда человека просто вот из полузащиты ставят защитником, и он там смотрится очень неплохо. Здесь, в данном случае, да, также перевели из центральной опорной зоны, перевели в центрального защитника, и два матча бразилец отыграл очень хорошо. Я бы не здивувався, если мы еще побачим его с Вересом, и на матч с Мариуполем Роман Григорьевич вирішить выставить саме Вандерсен в в центре защиты, потому на думку тренера Вандерсон зиграв ну, доброе и якисно. Ну, в центре, подожди, в центре защиты, безусловно, давайте, раз уж мы говорим о перспективах, да, и о первом официальном матче, который пройдет на Одесском стадионе 27 марта о, февраля, извините, 19 и 30. Который пройдет 27 февраля э, в Одессе, да. Э, мы говорим о том, что Вандерсон. Э, возможно, как раз и не получится. Тогда выздоровит Берквист. У нас будет центр защиты укомплектован. Берквист и Мартинович это та, та, пара защитников, которых видит Григорчук в своей команде, безусловно. И в центральных защитников, да. И по поводу фланговых тоже непонятно. Ведь по большому счету и Сухоцкий, и Морозюк по амплуа сейчас, ну, последние игры, в последних клубах они играли как раз на позициях защитников. И, возможно, и Брагару, и Цитейшвили — это их не окончательное там, амплуа в Черноморске. Так вот, я про то, что Вандерсон своими идеями в матчах с Металлистом, с Полисием, возможно, с Вересом, делает конкуренцию. И mm -hmm. Роман Григорчук Нам є Вандерсон. В Жені Мартинко що є, є чоловік, який може тебе замінити, якщо да. ну я говорю, що можливо там перший матч Берквісти почне там на лавці запасних. Ми не можемо стверджувати 100%, Але коли така конкуренція є, коли є з кого вибирати, ну це плюс, це позитивний для будь-якого амплуа, для будь-якої команди. И мы э, хвалили, хорошо отгукнулись від, про Ораста Кузика. Ораста Кузика. Жодной игры не провели. Давай скажем отверто так. Ораста показывает уровень в каждом Стабильный. тренировочном матче. Просто очень хороший, очень добротный. И я думаю, что смотри, я, я предлагаю так и болельщикам, и нам с тобой оценивать игроков не с позиции там европейского или общего европейского взгляда на футбол, да, там, в как, какой команде. Давайте про ОПЛ будем говорить. Я хочу сказать, что Орест Кузак — это игрок выше среднего уровня игроков в украинской премьер-лиге. Это, безусловно, выше. И таких игроков в команде Черноморец все больше и больше становится, как мне кажется. И вот когда этот уровень будет реально выше среднего, тогда мы уже можем говорить о том, что какое-то становление команды и формирование команды подходит к концу. Орест — это действительно выше, я не знаю, там Мартинович нормально на уровне, да, если говорить там по защитникам Брагару, ну пока это просто игрок, который вот тоже на уровне, несмотря на свою молодость ему 19 лет. Потом кто у нас Гио, это выше среднего уровня украинской премьер-лиги, да? 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 ну, ну, Чемпион вот. света просто... и мы ничего не можем забыть. И... Да. Где бы он ни был, он просто Выглядит очень уверенно и очень э, достойно. То есть это показатель прям такого вот смотришь на человека, и у тебя спокойствие. Да? Э, Вандерсон человек, который тоже вызывает некую уверенность, да, что он не подведет. Да? Это тоже человек, который чуть-чуть выше уровня УПЛ среднего. Э, следующий Мартинович, а мы про него уже поговорили, э, кого еще мы обсудим? Давай в середину поля. Кравченко это человек легенда которым восхищается в каждом интервью тренер, и он говорит, что это просто какой-то супермен, герой нашего времени, по крайней мере, он точно, э, вот ему какую-нибудь бэтменовскую одежду, и он в черноморце будет смотреться, как капитан э, просто фантастический, э, который там, на него, там, он может в любой момент сотворить чудо, ударить издалека, сделать классную передачу, вот в матче с Полесем, он несколько раз это показал. Э, Кравченко, ну, не знаю, это вот уровень УПЛ, нынешний, как минимум, да, дальше, вот и мы идем по шкале, да, по шкале X, да, выше, ниже, посредине, да, Кравченко, Цонев, это, безусловно, звезда, которым можно раскрываться и дальше, Ванциш, человек тоже, как мне кажется, выше немножко уровня УПЛ, все вроде бы здорово, ребята. Если мы сейчас говорим об итогах ну, про нападение, понятно, Петков это уровень, это хороший, добротный нападающий, который, я думаю, что когда ему будет 25 лет, у него будет опыт просто невероятный. У него уже огромный опыт, а с каждым матчем он становится все лучше. Петков и Назарий Русин ну, это точно люди, которые в любом клубе УПЛ не потеряются. То есть они будут играть в основе. То есть, по большому счету, комплектация даже вот такая, несмотря на то, что наш тренер говорит в интервью, что ему не хватает еще двух-трех фигур на поле, и это правда. Но при этом уже уровень такой, что просто эта команда, если она вдруг по каким-то причинам будет оставаться там, где она находится даже, а не, не сказать хуже, то это будет удивление для всех. То есть это команда, которая, по крайней мере, не ниже уровня среднего украинской премьер-лиги которая должна оставаться в этой самой украинской премьер-лиге. Залышилось, я полностью все сгодно с тобой, залышилось побожать здоровье нашим всем бровцам, mm -hmm. угу. також, терпение. Мы Відповіли на всі питання в рамках нашого чодеколи. «Чо? <свят> <Ви свят> <раз з> <свят> «Чо, що раз про це Коли?» Ставили питання, <свят> шукали на них відповіді. Дійсно, є про що спілкуватися, є про що дискутувати. Ми обов'язково в цій студії зустрінемося після матчу з Вересом. підіб'ємо вже підсумки саме турніру, тому що сьогодні ми в основному говорили про таку селекційну міцну таку кампанію. Там більш десяти не Дійсно є про що. поговорить и кому такие субъективные оценки не выставить. 12 лютого матч с Вересом. Команда готовится до УПЛ. Следуйте за новинами на официальном YouTube-канале Черноморца. Денис, дякую. Не забудьте подписаться, как там говорят ютубовские блогеры, и поставить лайк этой публикации и этому видео. И мы очень надеемся, что скоро у нас будет еще больше, чем сейчас на Канале телевизиону канале Черноморец. Зак, у меня все добрая. Париматч до Черноморец. Заряд женик, перемогаты.